Ну, а самого Трампа в ежедневнике пустые дни, свободные. Между саммитом в Германии и визитом во Францию президента США целых 5 свободных дней в Европе. И пока совершенно никаких планов. По крайней мере, прессе их не оглашают. Но предположение о том, все же чем займется Дональд Трамп в свободное время, конечно же, есть. Подробнее узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Тайный визит Дональда Трампа. Глава Белого дома собирается проскользнуть в Великобританию так, чтобы об этом никто не узнал. По данным британской прессы, о планах президента не сообщают намеренно, чтобы противники Трампа не успели подготовиться. Политика главы США в Великобритании уже провоцировала многотысячные протесты. А петицию с призывом отменить его государственный визит в Лондон подписали почти 2 миллиона человек. Впрочем, на фоне слухов о возможном приезде Трампа активисты уже пообещали провести самые масштабные демонстрации в истории страны. Мы демонстрируем свою солидарность с теми, кого напрямую касается политика Дональда Трампа, а также хотим оказать давление на наше правительство, потому что оно собирается еще больше сблизить нашу страну с Америкой. Государственный визит американского президента в Лондон был запланирован на начало лета. Трампа лично пригласила премьер Тереза Мэй во время посещения Белого дома. Но из-за недовольства британцев в администрации президента от пышного государственного визита решили отказаться. Правда, промежуток между участием в саммите Большой двадцатки в Германии и мероприятиями ко дню взятия Бастилии во Франции уже очень удачен для посещения Соединенного Королевства. Тем более, что Трампу уже давно не терпится попасть на свои поля для гольфа в Шотландии. По информации в прессе, британское правительство предупредили о возможном приезде президента и пообещали дать подтверждение ровно за 24 часа до его прибытия. Предполагается, что Трамп встретится с британским премьером на Даунинг-стрит 10 в неформальной обстановке. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер».